Здорово, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня у нас обзор увлекательного кликера или симулятора тапа под названием Final Fortress. Весь мир разразился эпидемией зомби. Из выживших осталась лишь малая часть населения. Основной валютой стало топливо. Для того, чтобы выжить, наш герой решает обустроить старый деревянный амбар, заполнив его рабочей силой. А тебя потребуется построить целый небоскреб, обеспечивая работой жителей и собирая с них добытое топливо. Каждый этаж требует все больших затрат, но и приносит он в десятки раз больше. Вдобавок, сбор топлива на каждом этаже можно поднять за счет прокачки и улучшений каждого. Когда шкала добытого топлива пополнится до максимума, тебе необходимо будет собрать урожай, иначе его некуда будет складировать. Со временем сбор топлива можно автоматизировать, наняв персонал из найденных выживших. Время от времени возле дома будут разгуливать зомби, раздавив которых вы сможете пополнить запасы, получить бонусы и обнаружить новые чертежи. А испытав удачу на колесе фортуны, можно выиграть кристаллы и бонусы, вроде защиты от радиации или кофе для всех жителей, ненадолго ускоряющие работу персонала. Да, вначале может прийтись нелегко, ведь совсем недавно практически все человечество вымерло, но уже спустя некоторое время ты отстроишь целый небоскреб будущего. А после этого тебе уже придется лишь грамотно инвестировать, попутно отражая атаки зомби. Final Fortress отлично подойдет для коротания времени и медитативного времяпровождения.